ударный конец находится на конце хлопушки. Он сечет, хлопушка сечет. Понимаете? Поэтому вот вы делаете от бедра. Видите, да? Я работаю с бедра. Видите? Как вы мыслите себе? Чем вы бьете? Вот вы бьете концом. То есть вы раз, и у вас волна пошла, и вот вы ударили концом в ту точку. Теперь у вас обратно. Волна пошла, ударили концом в ту точку. Если вы будете менять плоскость, получится не в ту точку, а будет в другую точку. Причем вам по голове там или еще куда-то. Значит, мы работаем. Раз, два. Может быть, сейчас тренируют вот этот волновой импульс. Волновой импульс. То же самое вперед. Обратите внимание, видите, как тело срабатывает? Видите, да? Все тело. Все тело. Помните, все тело. И так далее. То есть ничего здесь нового для вас нет. Но что добавляется? Добавляется костевое движение. Да? То есть вот я, видите, да? И вот здесь вот это добавляется. Вот это добавляется в костевое движение. То есть посыл идет от центра силы через цепочку суставов к последнему суставу, который дает максимальное ускорение. Видите? Теперь здесь. Обратите внимание, бедро, плечо. Импульс пошел от бедра, плечо, и дальше полетело вплоть до кисти. Понимаете, да? Вот эта цель, поэтому называется, условно говоря, суставная гимнастика. И вот вы работаете. То есть в чем у тебя косяк? То же самое здесь.
то есть бедра, с бедра 3, понимаете? Импульс, импульс, поняли? Вот это ключ ко всем этим. На этой основе потом куда ходить? Там, сюда. Вы можете лепить куда еще ходить. От машины. Ну, там еще есть другие вещи, но это потом. Поняли? Вот формула. Вперед, назад. Назад, вперед. Вперед тело мигает. Назад, назад, вперед тело. Вперед, назад. Назад, вперед. И вот это вот холостой. Есть назад, это холостой круг, а здесь вперед, другая рука. Вперед, назад, назад, вперед, вперед, назад, назад, вперед. Понятно? Пробуй сама. Мы сейчас делали поворот, ну то есть мы делали в плоскостях, которые сбоку от нашего тела. То есть если правый крутим, то соответственно это плоскость, которая справа находится. Если левый, то плоскость, которая находится слева. Да? Но поскольку мы делаем восьмерки, то иногда нам приходится заходить вот на эти плоскости, на противоположные. Поэтому сейчас все то же самое, но мы делаем на противоположной плоскости. Вот снизу, снизу, назад. Вот получается, смотрите, вот получается сюда, а потом идет, слабо сейчас сделал, да, объясняю вам. И кнут ослаб и повис. Да? Вот это он должен быть сверхнатяжением. Значит, смотрите, вот у нас плоскость будет какая? Одна плоскость вот такая, а вторая плоскость вот такая. То есть мы работаем вот по этим раз, да, здесь назад, вот куда мы делаем, видите? Назад. А потом сюда, сюда. И вот у нас что получается. Правая рука. Противоположная сторона, снизу, назад. Видите, я куда назад делаю? То есть я уже беру вот эту плоскость. Видите, вот эту плоскость беру. Здесь вот это получается такой, ну, треугольник. То есть мы работаем в треугольник. То есть вот если восьмерку крутить, вот это вот эти плоскости восьмерки. И вот я кручу, вот эти щелчки делаю на восьмерке. Здесь, назад. И назад я сделал назад уже, плоскости назад. Да, посмотрите. Вот снизу назад. Круг вперед. Видите, куда я вперед повернул тело? Видите, тело разошло. Ничего иного, что мы делали до этого, только меняем плоскости тела. То же самое здесь. Снизу назад. Видите, я сюда увел. Вот круг. Ведь противник может быть и здесь, а может быть и здесь, правильно? Вот вы здесь вот зацепили одного. Зацепили одного. То есть вы формируете защиту круговую. Не просто в плоскости перед собой, что мы сейчас делаем, вернее, в пол, да? А с другого пола включаете. И получается так. Вот здесь, здесь. Видите, другая плоскость. Да, здесь. И, соответственно, другая рука. Снизу, вперед, снизу, вперед, снизу, вперед. Суть не в том, что вы сильно щелкнете, а просто сделаете правильно. Сейчас задача во всю грудь щелкнуть, но нет такого. Оно само пойдет, щелкнуть. Ясно? Ну, раз, два. Да? Значит, правое, левое, правое, левое, правое, левое, правое, левое. Что это значит? Когда мы крутим на сметку, да? Крутим на сметку, да? Крутим на сметку. Крутим на сметку, да? Вот. И если мы будем по фазам, одна рука будет по фазам отставать, ну то есть на следующей фазе получается, то у нас получается скрещивание рук и разведение рук. Вот. Причем одна рука нижняя, она будет совершать вот эту самую лопатку, то, что вы сейчас видели, да? Ведь пробовали. А вторая будет делать широкий оборот, более широкий. Потому что иначе они пересекутся, плоскости их пересекутся, они могут запутаться. Вот поэтому работа вся идет от плеча. А вот этот хлёст вот еще идет с добавлением локтя. Да-да-да-да-да, вот это. Короче, здесь очень важно стартовать, начать правильно, так чтобы у вас была достаточная скорость.
была выше, правая была внизу. Теперь мы делаем наоборот. Но поскольку руки по-разному у нас работают, может не очень хорошо получаться. Там где-то лучше, где-то хуже. Будьте вы разные. Обратите внимание, что здесь мы уже не успеваем работать телом, но импульсы от тела все равно идут. Просто они укороченные, их достаточно. Потому что когда вы будете бить там шикотски, пам, у вас будет короткий импульс. Понимаете? И вот это формируется здесь, в том числе. Теперь слева. Вот вы будете корректировать. Видите? Вот он получил.
Сначала мы это делаем, естественно, в воздухе. Чтобы именно пошел, да? Чтобы был посыл. А дальше уже выбираете цель. Это уже работа по мишени. Сначала вот есть выброс кнута. То важно, чтобы этот выброс к вам потом обратно так, в башку не прилетел. Поэтому ваше движение именно выстрелить вперед, а не сделать на себя потом отрыв. То есть у вас щелчок будет, но вы сами себе щелчок получите, можете получить по голове. Выброс. Выброс. То есть у меня должна быть цель послать, например, сюда. Да? Или отсюда. Вот я примеряю. Вот я примерился. Моя задача не щелкнуть, а нанести удар по цели. Надели телогрейку, надели ушанку и давай.